Всем здравствуйте, меня зовут Юрий Прокопенко, и это рубрика «Такая работа». Сегодня мы находимся в первом Могилевском автопарке и узнаем, каково же это быть водителем автобуса, такой большой машины, и ежедневно отвечать за безопасность многочисленных пассажиров. С нами сегодня Евгений Васильевич Круталевич, водитель первого класса Могилевского автопарка номер один. Это наш первый герой нашей рубрики. Здравствуйте. Добрый день. Евгений Васильевич, скажите, почему вот вы решили пойти работать водителем автобуса в автопарк? Ну, знаете, как-то с детства к самотехнике тянуло. Ну, давайте не будем терять время, нас уже ждут пассажиры на остановочных пунктах. Пора в рейс. Но не все так быстро. Перед выездом в город, получение путевки, обязательный визит к медику и осмотр автобуса. Затем автобус осматривают механики, тормоза, колеса, рулевое, электрика. Все нормально, можно ехать. Мы с Евгением Васильевичем выехали на маршрут номер 14К Любуш-Орджоникидзе. Маршрут хоть и небольшой, говорит водитель, но популярный. А вы знали, что самые короткие дистанции у могилевских автобусов номер 12, 20 и 39? А вот самое большое расстояние от конечной до конечной у четверки и сорокового. На них можно добраться из одного конца города в другой. В Могилевском автопарке номер один более 250 автобусов. Это городской, пригородный и междугородний транспорт. Свыше 90% составляет транспортные средства, которым до 10 лет. Ежегодно происходит обновление подвижного состава. Порядка 10-15 машин закупается ежегодно. Устроиться водителем городских автобусов непросто, и не потому, что нужны хорошее здоровье, опыт, категория Е, а желательно и Д, а потому что вакансий нет. Средняя зарплата по автобусному парку свыше 7 миллионов на сегодняшний момент. Довольно достойная заработная плата. Да, конечно, вакансий нет. И это несмотря на то, что рабочий день может начинаться в 5 утра, а заканчиваться в час ночи. За рулем не расслабишься, музыку не послушаешь. Нужно идти в графике, где-то нагонять упущенное в пробках. Очень много стало машин. Ну, народ у нас, видите, у каждого, наверное, машина есть сейчас, а то и две, может быть. А еще нужно быть приветливым с пассажирами. Это часть работы водителя. Пассажиры разные, всем не угодишь. Я езжу на велосипеде, это сейчас не сезон. Поэтому у меня сейчас минус, что я езжу на общественном транспорте. Очень долго приходится ждать. Что можешь сказать по работе автобуса? В общем, хорошо. Хорошо работает? Да, хорошо работает. Евгений Васильевич старается угодить пассажирам. Даже дает советы, где лучше занять место в салоне. Где стоят печки? Особенно зимой. Да. А летом возле форточки? А летом возле форточки, да. Чтобы ноги высунуть можно было. В Могилевском автобусном парке все расписано до мелочей. И все мелочи учитываются. Недавно даже маршрут номер 13 исключили из общего ряда. Так, на всякий случай. Дорогие могилевчане, пользуйтесь услугами автотранспорта города Могилева. Это недорого, быстро и удобно.